Случай в ресторане. Случай в ресторане. Знана пищенка теж. Офяра в ресторане. В ресторане по стенам висят тут и там три медведя, заколотый витязь. За столом одиноко сидит капитан. «Разрешите?» — спросил я. «Садитесь». «Закури!» «Извините, Казбек, не курю!» «Ладно, выпей, давай-ка посуду!» «Да пока принесут, пей!» «Кому говорю, будь здоров!» «Обязательно буду!» «Но так что же сказал?» Захмелев, капитан, водку пьешь ты красиво, однако. А видал ты вблизи пулемет или танк? А ходил ли ты, скажем, в атаку? В 43-м под Курском я был старшиной, за моею спиною такое. Много раз снова, брат, за моею спиной, чтоб жилось тебе, парень, спокойно. Он ругался и пил, он спросил про отца, он кричал, тупо глядя на блюдо. Я полжизни отдал за тебя, подлеца, а ты жизнь прожигаешь, Иуда. А винтовку б тебе, да послать тебе в бой, а ты водку тут хлещешь со мною. Я сидел, как в окопе под Курской дугой, там, где был капитан старшиной. Он все больше хмелел, я за ним по пятам, только в самом конце разговора я обидел его. Я сказал: капитан, никогда ты не станешь майором. Чорні бушлати. Чорні бушлати. Коли я услышав той утвор «Чорні бушлати», на тилі він мене захвінчував моє серце, що я ще два-три дні свого часу тільки слухав тільки ту пісенку. Найбільше такий правдивий утвор у воїні. Власне, посвінцьований Висоцьким, написав